Дети – это подарок, посланный с небес. Когда родители находятся в ожидании маленького чуда, они изо всех сил надеются и просят у Бога, чтобы у малыша не было проблем со здоровьем. Но, к сожалению, не всегда случается так, как хочется. Эти родители не думали, не гадали, что их первенец родится с какими-то отклонениями. Однако, когда малыш Элли появился на свет, родители долго не могли прийти в себя от того, что увидели. Беременность протекала нормально, и у плода на УЗИ не было замечено каких-либо патологий. Однако во время родов произошло нечто ужасное. Врачи не могли сдержать эмоций, увидев, что не так с малюткой. Мальчик появился на свет без носа. Малыша тут же доставили в соседнюю больницу быстрее, чем новоиспеченная мама смогла воспринять эту шокирующую информацию. Или был поставлен диагноз «врожденная ариния». По данным Института здоровья, ранее в мире было зафиксировано около 30 подобных случаев, поэтому эта болезнь относится к очень редким. Самая большая проблема врожденной аринии в том, что больной не может одновременно дышать и есть, над чем обычные люди даже не задумываются. И когда родители уникального ребенка уже не знали, как справиться с этой страшной проблемой и как пережить все предстоящие операции, их ждала потрясающая встреча. Они встретили девочку с такой же болезнью. Ей уже сделали ряд операций, и совсем скоро девочке имплантируют искусственный нос, который придется постоянно менять по мере взросления девочки. После такой встречи родители поняли, что у их ребенка есть все шансы жить нормальной и счастливой жизнью. Теперь они с новыми силами готовятся к очередной сложной операции, такие случаи западают глубоко в душу. Не зря же говорят, что если Бог обделил человека чем-то одним, то это значит, что Он наградил его вдвойне чем-то другим. Очень хочется верить, что эти детки вырастут здоровыми и счастливыми. Если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментариях ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.